Глава региона Михаил Мень потребовал уволить главного врача областной клинической психиатрической больницы «Богородская». В результате проверки было выявлено, что должностное лицо, его заместители и главный бухгалтер учреждения распределяли средства, предусмотренные на стимулирующие выплаты, между собой. За 2012 и начало 2013 года медперсонал недополучил 4 миллиона рублей. В то же время зарплата главного врача превышала зарплату специалистов клиники примерно в 10 раз. Я понимаю, что главный врач – человек, который отвечает за все, за огромное хозяйство, и за всю больницу, отвечает за все. Он должен и получать соответствующее денежное вознаграждение, соответствующее своей ответственности. Но не может в десятки раз это превышать. Значит, сделайте кадровые выводы и увольте этого главного врача. Значит, назидание другим. Значит, так работать невозможно.